Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим очень быстрый десерт к чаю. Готовим тесто. Для этого нам нужно мука, сметана, разрыхлитель, ванильный сахар или ванилин, сливочное масло или маргарин, одно яйцо плюс желток. Муку высыпаем на коврик, добавляем ванилин, разрыхлитель, перемешиваем. На крупной терке натираем сливочное масло. Делаем ямочку, сюда добавляем сметану и яйца и очень быстро вымешиваем тесто. Как только тесто собирается в комочек, прекращаем вымешивать тесто. Тесто кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса. Пока тесто в холодильнике, готовим начинку. К сливочному маслу добавляем ванилин или ванильный сахар и сахар. Все это перемешиваем. Все это хорошо перемешали, добавляем муку и превращаем в крошку.
Наша начинка готова. Разделяем на 5 частей. Достаем тесто из холодильника и разделяем на 6 частей. Формируем колобка и накрываем белым пальто. Раскатываем тесто толщиной как лаваш. Тесто выкладываем на бумагу. И сверху засыпаем начинку. Равняем. И слегка придавливаем. Сверху накрываем тестом. И так делаем слой за слоем. Накрываем последним слоем теста. Придавливаем. Сверху смазываем белком. И нарезаем на кусочки.
отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 170-180 градусов до золотистого цвета. Наш десерт готов. Даем ему остыть. Желаю всем приятного чаепития!